Короче, давайте. Смотрите, я сейчас вышел видос про Хавана. Экстремист Хабан. Короче, его посадили. Блин, я побрился плохо, ну пофиг. Его посадили, посадят надолго, и вот давайте зададим себе вопросом. Вот если бы у него не было девушки, если бы он, короче, был один, было бы это так отягчающе для него? Потому что там замешана, как обычно, оказалась девушка. Девушка. Эй, девушка. Они... Там деньги и девушка оказались замешаны. То есть они... Вы посмотрите, короче, видос не магии этих двух гопников. Не обращайте внимания на их гопнический юмор. Там, в общем, оказалась замешана девушка Хованского и деньги ее. И вот интересно, если бы не было у него девушки вообще, было бы для него полегче судьба? И почему? Почему, если он говорил, что он свалит, что его посадят? Он с Тесаком много лет назад интервью у него было. Ну, не то в смысле интервью, а, ну, осуждаем. А дистанционно, ему повезло, что он в Петербурге, а не в Москве. Тесак даже говорил, жаль, что ты не в Москве. Он хотел, короче, цену за его голову назначить. И, короче, он говорил, что я-то свалю рано или поздно. Но прошло столько лет, и он не свалил. А может, он сваливал, но никому об этом не говорил. Вот Влад Савельев свалил, и его пизданули его там. Цивилизованные люди, блядь, в Греции. Почему он не свалил Хованский, если он знал, что его посадят? Наверное, он не знал, что его посадят. Что его держало? Девушка его, что ли, держала? Что его держало? Не успел, когда ковид начался. Он... Почему? Потому что он пьяный был. Вот я, блин, мог бы свалить, если бы я был на месте Хавана. Когда еще не было ковида. Да даже когда ковид есть, можно свалить. В Турцию, оттуда... Хотя бы оттуда куда-то свалить еще. Что за фигня, блин?